всім здоров'я. На телеканалі «Скіфія» час запитань і відповідей. До діалогу готовий голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Я вітаю вас, пане голово. Минулого разу, коли пам'ятаєте, наприкінці ми анонсували засідання Ради оборони області, чергове виїзне у Гнічицькому районі. І сьогодні вже зараз ми можемо говорити про його результати. Будь ласка, коли можна, загальна ситуація, загальні враження від побаченого, а далі ми конкретно підемо вже по кожному окремому пункту. Вы знаете, Наталья, Гнічицький район находится достаточно отдаленно от областного центра, и поэтому есть, конечно, масса проблем, которые я там увидел, но которые надо решать. Я доволен, что сегодня там достаточно эффективный глава районной администрации, и прежде всего в нем очень высокий патриотический дух. Именно сегодня, не знаю, почему было так раньше заведено, сегодня с приходом его поется гимн на сессиях районного совета. Фактически весь район в украинских флагах, четко пойдет популяризация, что Гнічицьк — это территория Украины. И я вижу каждый шаг, что именно патриотизм присутствует везде на территории Гнічицького района. Но есть вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью данного региона. Есть проблемы с границей Чангар. Президент на это акцентировал внимание в Кромраку, когда проводил Раду обороны. Есть проблемы с работой коммунальных предприятий, дорогами, ну, понятно, многими другими вопросами, которые существуют и в других регионах на Херсонщины. Но хотел бы заострить особое внимание на границе. Ввиду того, что достаточно отдален Чангар сегодня от областного центра, в том числе и от Киева, само собой. Поэтому особое внимание сегодня я хочу уделить именно всех, поэтому в Кривом Рогу в свое время поставил вопрос по поводу борьбы с контрабандой, которая может быть присутствовать на территории Херсонской области. Я сегодня очень переживаю, и я уверен, что сегодня все, каждый на своем месте, милиционер, работник СБУ, чиновник, работник фермерского хозяйства, ты просто предприниматель, должен понимать, что сегодня от каждого зависит будущее нашей державы. Я боюсь, чтобы наши границы не были бы черной дырой для украинского бюджета. Сегодня я провожу собственный анализ, неоднократно пытался привлечь к этому нашу Херсонскую фискальную службу, для того, чтобы она оказала мне помощь в этом вопросе. Ну, не все заинтересованы, но в любом случае есть различные методы. Вы знаете, я все равно своего добьюсь. Сегодня у меня буквально в конце недели будет уже лежать полный анализ. Это псевдотранзит, который может проходить через границу аннексированной территории Крым. То есть фактически это вещи, которые там оборудование, аппаратура, сигареты, спиртное, которые заезжают на территорию Херсонской области, выезжают через аннексированную территорию Крым, оформляются таким способом документы, что не платятся деньги в государственный бюджет, а в границу выезжает просто пустой транспорт. Ну, специалисты меня поймут. Я переживаю, что сегодня держава, которая сегодня с нами враг, российский оккупант объявил войну, нам сегодня нужны финансовые ресурсы для модернизации предприятий, заводов, для того, чтобы сегодня наша страна сделалась по-настоящему сильной. Сегодня нам надо оружие, танки, для того, чтобы защитить целостность нашей державы. С другой стороны, сегодня надо поднять зарплаты социальным работникам, учителям, врачам, надо поднять зарплаты государственным служащим. Поэтому, если есть черная дыра, и она тем более проходит на той области, в которой сегодня мне верил президент, эту дыру я в любом случае закрою. Кому нравится, кому-то или не нравится, это моя гражданская позиция. Также есть, можно взять во внимание, что может быть налоговый кредит формироваться на территории области, не Херсонской, с другого Хмельницкой, Львовской, так? Киевской, не знаю где, а потом через территорию Херсонской области псевдотовары могут выехать на территорию Крыма, где мы не сможем сделать встречную проверку. Поэтому я данную проблему поднял перед президентом. Вы уже даже знаете механизмы этого. Перед президентом и сам провожу собственное расследование. И если данная проблема есть, я это все публично, постараюсь публично донести. В тому числі до общественності. Але на тому, що Чонгарі погодитись, потрібно навести елементарний лад. Так багато нарікають на те, що немає умов. Як ви плануєте, що найближчим часом вжити з цього приводу? Да, сегодня, если у нас так получилось, что есть три пограничных пункта на территории Херсонской области, и мы понимаем, что эта проблема не решится ни год, ни два, ни три, а она может быть затянуться на длительный период времени, то территория Украины, территория Херсонской области должна соответствовать европейским стандартам и нормам. К сожалению, за счет только областного бюджета Херсонской области мы данную проблему не решим.
чтобы для того, чтобы облаштовать границы, три границы, надо сотни миллионов гривен. Надо сделать три полосы в одну и в другую сторону, там, для того, чтобы могли пройти пешеходы, легковой транспорт, грузовой транспорт. Необходимо оборудование, чтобы четко через рентген контролировать, какие грузы туда идут. Необходимо оборудование, видеонаблюдение. Это создается впечатление, что некоторые лица не заинтересованы для того, чтобы сделать прозрачную границу. Поэтому сегодня я бью в колокола, я сегодня ставлю именно каждую неделю, посылаю Министерство инфраструктуры, посылаю документы Державную фискальную службу. Кстати, очень эффективно работают пограничники, они на своем месте, они отзываются на требования власти областной. Мы фактически с пограничниками согласовали территории, границы. Мы сегодня сделали, именно оформляем документы, где мы видим, будут созданы логистические центры, где будут именно находиться те сервисные службы, для того, чтобы не было проблем при прохождении границы. К сожалению, Министерство инфраструктуры не видит этой проблемы. Фискальная служба также не замечает. И получается, я был вынужден сказать в Кривом Рогу, что существует Бермудский треугольник, где фактически проблема не решается. Да, сегодня за счет этого образовывается и мусор, потому что, когда образуется очередь сотни машин, я сегодня позвонил главе районной администрации Каланчака, она просто слезами плакала по телефону, говорит, я каждый день вывожу мусор КАМАЗами, и денег не предусмотрено в районном бюджете. Можно поставить там десятки контейнеров, но просто-напросто надо решать механизм в другом поле, надо создавать сервисные центры, надо создавать коммунальные предприятия, надо брать деньги за то, что машины находятся на данной территории, а данные финансовые ресурсы использовать для... Для вывозения смятья, поставить туалеты, сделать там магазины, кафе. К сожалению, сегодня законодательно это не предусмотрено. И наши народные депутаты сегодня также будут выходить с инициативы для того, чтобы законодательно внести те или иные корректировки. И со своей стороны, я в ближайшее время, когда буду ехать в Киев, постараюсь зайти во все кабинеты от тех людей, которых сегодня зависит благоустройство наших границ. Поэтому на Раде обороны мы решением Рады обороны, куда входят все территориальные органы Херсонской области, мы проголосовали, обратились на Министерство инфраструктуры, фискальные службы, чтобы они обратили внимание, что территория Херсонской области требует, чтобы создали нормальные человеческие, нормальные условия, границы. То есть там должны быть, мне, честно говоря, стыдно, но бюджет области ограничен. Сегодня бюджет требует создания теплых садиков, школ, создания, сделать дороги необходимо, освещение. Много проблем сегодня у Херсонской области. Я не могу... И тут складно визначити, яка головна, яка ще головніша. Я не могу эти деньги выделить, забрать учителей, у врачей, и у социальных работников и отдать эти деньги на границу для того, чтобы создать там условия для прохождения, именно те сервисные зоны. Это будет неправильно. Поэтому существует постанова Кабинета министров, где четко прописано, кто за что отвечает. Так там прописано, что Министерство инфраструктуры что делает, чем занимается фискальная служба, чем занимается областная администрация, пограничники и так далее. Со стороны областной администрации мы сделали все. Мы разработали план схемы, мы готовы выделить землю, мы готовы к взаимодействию. Ну, почему-то в Киеве у них масса других проблем. Поэтому, масса проблем сегодня в регионе, и я сегодня должен ходить по кабинетам в Киеве и доказывать, чтобы они занимались своей непосредственной работой. Ви також відвідали і ознайомилися з роботою низки обласних комунальних підприємств під час відвідин Генічського району. Як би ви оцінили їх роботу і які перспективи розвитку ви бачите далі цих підприємств? Наталі, ввиду того, що регіон віддалений, существує і робота інтересна комунальних закладів. У нас є, скажем так, такое коммунальное предприятие «Арабатская стрелка», где территория 19,7 гектара, где на протяжении десятилетий грабили данное коммунальное предприятие. Я вместе с директором коммунального предприятия ходил по территории, где мне он четко показывал, это домик работника, бывшего работника прокуратуры, это домик бывшего работника милиции, это домик депутата областного совета бывшего, это домик судьи и так далее. То есть фактически более трети территории коммунального предприятия самозахват. Це люди свого часу користуються службовим становищем. Рішеннями судов, подділкою документів і так далі, і так далі. Це робилось на протягом десятиліть. І там фактично просто-напросто треба заходити юристам і вибирати документи. Це треба робити роками. Тому найефективніше поле сьогодні, так як дане комунальне підприємство
находящихся в достаточно привлекательной зоне, в центре Арбатской стрелки, не приносят никакой доходной части областному бюджету, и не приносила ни в этом году, ни в прошлом году, ни позапрошлом году, вообще не приносила доходной части. Самый эффективный способ сегодня государство продает государственные предприятия. Если государство продает государственные предприятия, которые дотационные, которые не приносят доходной части, поэтому надо их продать также и коммунальное, данное коммунальное предприятие. Есть в этом сенс, так? Пусть а заходит, в каком состоянии ты еще залишилось? Пусть заходит стратегический инвестор, который создаст красивые, нормальные условия, разберется с этими самозахватами, потому что это тоже длительный процесс, который оформит правильно все документы, и у нас будет предприятие, которое будет платить налог на землю, у нас будет предприятие, где будут созданы новые рабочие места, у нас будет предприятие, где фактически новое предприятие, которое находится в достаточно привлекательной зоне. Но если на протяжении многих лет ничего, не доходную часть громада областная не получала, я понимаю, что она получали доходную часть определенные чиновники, определенные депутаты областного совета, которым интересна была данная, работа данного коммунального предприятия. Моя позиция однозначная. Если собственник громады, то вот громада должна получать пользу от данного предприятия. Если пользы никакой нет, тогда аукцион, конкурс, пусть заходит новый стратегический инвестор. Сегодня в области масса проблем, которые надо решать. А деньги эти пусть уже будущий областной совет или нынешний областной совет сам принимает решение, куда использовать финансовый ресурс. А иначе приклады есть? Да, есть коммунальное предприятие Генгорка, предприятие, которое находится во второй линии, где на протяжении многих лет отдыхают преподаватели, учителя. Его, кстати, тоже пытались приватизировать, пытались украсть у громады. И мне навязывали данное мнение. Я его посмотрел собственными глазами. Стоимость путевки 70 гривен в сутки, это с питанием, профсоюзы доплачивают. Преподаватели уже привыкли туда ездить отдыхать, цена доступная. Поэтому данное предприятие ни в коем случае продаваться не будет. В этом предприятии будут оздоравливаться наши учителя. Причем цена, стоимость путевки доступная. А сегодня вы знаете, что в ближайшее время также рассматриваются и в администрации президента, и в кабинете министров, и подъем заработных плат для тех же самых учителей и врачей. Поэтому я думаю, что учителя могут позволить отдыхать в данном закладе, и продавать мы его ни в коем случае не будем. Навряд ли они могут позволить себе что-то иное, что-то дороже. Вот это и проблема, Наталья. Поэтому сегодня неработающая экономика, неработающие предприятия, заводы и экономика, которая находится в тени, не позволяет нашему бюджету дырки на границе. Понимаете, вот низкие зарплаты учителей – это дырки на границе. И сегодня позиция каждого – эту дырку закрыть. И не просто кричать и бегать там с кулаками вдоль границы, а заниматься системным анализом. Потому что я бы контрабанду разделил на две части. С одной стороны, есть созданный специальный пакет документов для провоза фермерских грузов. Ну, это там, яблоки, продукты сельского хозяйства на территорию аннексированной Крым, где цена гораздо выше. Где созданы специально такие условия на границе, чтобы справку, документ не получить, для того, чтобы потом вымогать с предпринимателя деньги. Это одна проблема, и я бы их разделил. Это маленькая коррупция. Большая коррупция – это когда дыра у нас на территории Херсонской области, через аннексированную территорию Крым, и страдает в колоссальных суммах государственный бюджет. Вот это будет большая проблема, которая не позволит поднять зарплаты учителям и врачам. Вот эту дыру я буду закрывать. Еще одно питание, с которого вы, можно сказать, не находите порозуміння, або не знаходили порозуміння на горі, це створення військових комендатур. И, здається, зараз же можно говорить про якусь практичну площину вирішення цього питання. Наталя, первых же дней, когда я пришел в стены областной администрации, понял, что существуют проблемы. У нас область превратилась в милитаризованную, большое количество военных. Военные – это срез нашего общества. К сожалению, есть злоупотребление спиртным. И поэтому комендатуры, работа на предупреждение – это прежде всего, это очень важно. Сегодня, буквально на прошлой неделе, ко мне приезжал зам руководителя Украины, комендатур. Мы с ним четко определились, где будут находиться комендатуры. С моей стороны, я увидел в этом человеке желание помочь Херсонской области,
и в Херсонской области в данной проблеме. Мы определились, где будут находиться комендатуры, будем отделять деньги с областного бюджета. Я понял от него, что поможет также тем же образом и город. Но сегодня необходимо разместить именно работников комендатуры, для того, чтобы они сегодня патрулировали военные части, патрулировали приграничную зону, где находится большое количество военных, для того, чтобы работать на предупреждение, для того, чтобы не было злоупотребления спиртным, ну и многие другие проблемы, которые сегодня существуют. Конечно, вы знаете, армия, солдат не занят, соответственно, возникают дурные мысли. Поэтому очень важно сегодня, конечно, у нас реформируется армия. Мы все виноваты, то, что сегодня уничтожили украинскую армию. Сегодня фактически армия возрождается с нуля. И понятно, что есть проблемы роста. Ну, проблемы, связанные сегодня с военными на территории Херсонской области, будет решена. Мы четко знаем места, где будут размещены комендатуры. У меня мобильный телефон руководителя киевского. І якщо буде у нас буде чітке взаємодія. Ще один об'єкт, на якому ви побували, Геройський суглозавод. Скажіть, що там взагалі залишилося і чи реально відродити роботу цього державного підприємства? Сказать громкое слово солезавод, потому что от завода практически ничего не осталось. Это просто руины, это территория земли, это озеро, которое надо также инвестировать деньги. И вы знаете, не вкладывая, я скажу вам как производственник, не бывает такого, чтобы не вкладывать ничего и потом завтра получить. Тем более соль — это сезонный продукт. Встретил руководителя, директора предприятия, достаточно эффективный менеджер, мужчине 60 с чем-то лет, но достаточно полон энергии, сил. И я его свел с будущим директором данного предприятия, на которого я дал подание, и дал ему полгода времени для того, чтобы он разобрался, написал бизнес-план, привлек инвесторов. И если будет все идти в правильном русле, я дам ему последующее подание на развитие. Но я считаю, данное предприятие также надо приватизировать. Ну, в любом случае, держава сегодня не может выделить деньги на модернизацию данных заводов, предприятий. Для державы это тягар финансовый. Да, и жизнь показала, что не всегда государство является эффективным собственником. Поэтому самое важное — провести в перспективе правильный открытый конкурс или аукцион, где купит его потенциальный инвестор, создаст новые рабочие места. И держава выиграет потом в последующем от податков в бюджет, от создания новых рабочих мест, от того, что заработает экономика. Сегодня не надо бояться избавляться от таких активов, которые не работают. Наоборот, надо отдавать эффективным собственникам, и пусть приходят инвесторы и возрождают экономику нашего прекрасного края. Тем более солезавод генетический имеет большие традиции. Туда в свое время ездили чумаки, которые, вы помните, собирали сок, брали соль. В 1840 году, насколько я помню, в свое время там генерал с фамилией, честно сказать, не помню, создал там первый промысел. И вот мне директор этого завода, который проработал там 20 лет, рассказывал историю завода, что там добывают. Я понял, что у завода большой потенциал, который может не просто добывать соль, который может, где необходимо создать упаковочную, где надо создать упаковку данной соли, где можем производить 60 видов продукции. Фактически сегодня, если мы будем опять держаться так, как за государственный объект, и никому не отдадим, и дальше будут руины. Если мы сегодня не будем бояться, и этот данный объект продадим на открытом аукционе, придет стратегический инвестор, от этого выиграют все. И держава, и громады, которые там живут, которые получат рабочие места. Ну и экономика региона и Украины будет возрождаться. Неработающие заводы, как раз это потому и низкие заработные платы учителей и врачей. Але все ж таки мені здається, що ефективність діяльності інвестора, який зайде і майбутнього власника цього підприємства, вона все-таки має бути доведена, оскільки ми маємо безліч прикладів, коли, позбуваючись якогось підприємства, держава позбувалася його остаточно. Согласен. Скажіть, будь ласка. Є антимонопольний комітет, где, я хочу вам сказать, в Америке, в Европе антимонопольный комитет – это очень жесткий орган, который достаточно несет большие карательные функции, больше, чем налоговая. Антимонопольный комитет должен четко контролировать себестоимость, конкурентную среду. А наша задача сегодня – создавать конкурентную среду. Не надо бояться отдавать объекты, которые не приносят уже десятилетиями никакой пользы никому. Поэтому всегда найдется 10 людей, чиновников, которые не заинтересованы в продаже, а которые заинтересованы набивать свой карман, как той же самой арабатской стрелке, которые будут говорить: продавать нельзя,
Ну покажите, пожалуйста, какую пользу Нагромадье принесло. Если 10 лет грабится, если 10 лет ни копейки бюджет не перечисляется, то вот вы скажите мне, кому это выгодно? Те, кто больше всего кричит, что продавать нельзя, те обогащаются на нашем, на имуществе державы и на имуществе громады. Знаєте, журналісти, які супроводжували вас у поїздці, вони підтвердили те, що генічани у захваті, хоча б тому, що курортний сезон у них відбувся, повно відпочивальників, забиті пансіонати, турбази. Скажіть, які ще доручення ви давали за підсумками візиту у Генічський район? Знаете, это у нас совещание на радиообороны длилось более 2 часов, открытое и закрытое. У нас, к сожалению, у Натальи очень малое количество времени для того, чтобы я рассказал все, что у нас там происходило. Мы поднимали все проблемные вопросы, в том числе подачу, электроэнергию, на Чингар. К сожалению, есть просто и требования, с одной стороны, НКРЕ, Облэнерго, они должны подавать электроэнергию в определенную точку, надо четко заключить, надо заключать договор для того, чтобы кто будет оплачивать за данную электроэнергию. С другой стороны, пограничники, которые не могут заключить данный договор, и у нас получается одно законодательство не совпадает с другим. Ведь сегодня фактически мы в нашем регионе столкнулись с проблемой, это именно военные, которых мы сегодня размещаем на нашей территории. А законы, в том числе НКРЕ, энергетики, у нас еще под мирное время. Не адаптованные, так? Не адаптированные. И, к сожалению, сегодня нам постоянно приходится вносить новые управленческие решения, нестандартные зачастую. К сожалению, сегодня вот мы столкнулись с этой проблематикой, но проблему мы готовы решать. У нас молодая команда. Зачастую, я говорю, если даже нарушая, это неправильно, ну так получается, зачастую нарушая какое-то постановление или акт Кабмина, или даже может закон, который один противоречит другому, но если идет это во благо державы, во благо обороноспособности України, у нас другого выхода нет, надо принимать быстрое оперативное решение. У вівторок у Білозерці змагались дворові футбольні команди за Кубок Героїв Української Нації. Скажіть, це були змагання обласного рівня. Скажіть, як народився цей проєкт і наскільки ви бачите його тривалим? Матиме він продовження? Я неоднократно, когда еще был депутатом городского совета, ставил задачу и как бы видел необходимость развития массовых видов спорта. Но почему-то власть, особенно предыдущая, через спорт пыталась отмывать, не хочу сказать, что полностью, но видела в этом плане отмывку финансовых ресурсов. Проводили виртуальные соревнования, платила зарплата тренерам, списывались деньги и так далее. Поэтому я еще раз повторяю, я готов, чтобы общественность привлекалась к нашим соревнованиям, приходила, смотрела, контролировала. Я наоборот хочу сегодня, чтобы каждый был залучен именно к работе областной администрации и чтобы эти деньги не просто не уходили в песок. У нас не такое количество большое сотрудников для того, чтобы мы проконтролировали каждое соревнование. Сегодня вся информация есть в управлении спорта. Пожалуйста, приходите, контролируйте. Если вам кто-то не дает информацию, то как бы это у нас молодой начальник управления, который заинтересован. Он сам спортсмен в прошлом, профессионал. Это он сам, по сути дела, человек, который именно болеет развитием спорта на Херсонщине. И я ему поставил задачу. Это не политическая была посада. Это человек, который проработал более 10 лет в управлении спорта. И я ему говорю, давай сегодня вот именно создадим настоящее вот развитие спорта, дадим новое дыхание. И вот вам результат. Сегодня Херсонская область находится на 5-м месте по показателям по развитию спорта. Мы сегодня предусматриваем покупку даже квартир. Давно это никто не делал, но я считаю, это необходимо сделать. Покупку квартир для тех спортсменов, которые достигли высоких результатов, там, участвовали на Олимпийских играх, стали чемпионами Европы и так далее. Для того, чтобы дать мотивацию, стимул другим спортсменам. И мы сегодня с бюджета практически в 2 раза больше денег выделили на развитие спорта. И поэтому общественность предлагаем, контролируйте. По поводу спорта и по поводу именно футбола, есть такие виды спорта, где не требуется больших финансовых ресурсов. То это футбол. Насколько я разумела, эти змагання были незначным финансовым ресурсом. Конечно, совершенно верно. Наша задача, прежде всего, оторвать молодежь от улицы, оторвать молодежь от сигарет и с пивом. И поэтому сегодня как раз через дворовой футбол, который сегодня проходит на всей территории Херсонской области, в районах, мы отрываем мальчишек от улицы и стараемся сделать их сильными, спортивными. И фактически это, вкладывая в деньги спорт, мы вкладываем в будущее нации. Необходимы небольшие финансовые ресурсы. Соревнования проходили на территории Белозерского района. Были представлены буквально около 18 команд младшего уровня и старшего уровня.
Знаете, мальчишки с таким энтузиазмом гоняли мяч. Я уверен, что в будущем в этих ребятах это будущие Шевченки, будущие Ринальдо. По крайней мере, я им это пожелал. У них у всех горели глаза. Поэтому, знаете, когда смотришь мальчишкам в глаза, когда они горят, хочется еще больше работать, уделять вот именно этому больше внимания. Будь ласка, коротесенько, одну хвилиночку. Завтра день Нептуна у школі плавання. Так, цей проєкт діє за вашою ініціативою. Він наразі є безплатним. Скажіть, чи користується він цього року попитом? І які вже успіхи є у дітей? Далі 6 років у нас цьому проєкту. Сьогодні Херсонщина, к сожалению, Херсон не має басейна собственного. І тому сьогодні задача наших, нас, взрослих, сделать так, что хотя бы чтобы маленькие детки научились плавать в теплое время года. И это удобно для родителей, которые могут прийти в гидропарк, отдать своего ребенка, девочку, мальчику, где он под руководством тренеров будет учиться плавать. Херсонщина, а именно еще и город Херсон, областной центр, окружен со всех сторон водой. Дети часто выезжают на дачу к своим дедушкам, бабушкам, родителям. И я уверен, что именно школа детского плавания мы спасли не одну детскую жизнь на воде, научив их плавать. Потому что бабушка, дедушка где-то отвернулись на даче, ребенок ушел в воду, если он не умеет плавать, что-то произошло. Поэтому моя задача, чтобы все детки, особенно в областном центре города Херсона, почему? Потому что у нас здесь уже 6 лет функционирует проект, научились плавать. И я поставил задачу, чтобы школа плавания, как проект, работала на всей территории Херсонской области. Мы над этой задачей также работаем, потому что необходимы профессиональные тренера, необходима определенная база, необходима или река, или озеро, так как эти соревнования проходят на открытой воде. Еще раз повторяю, для развития спорта не обязательно большие деньги, необходимо прежде всего желание найти правильных энтузиастов и контроль со стороны общественности. Отже, завтра о 10-й ранку у гідропарку свято Нептуна для усіх охочих. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні наша зустріч із вами, шановні глядачі, закінчена. Нагадаю, з вами був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Ще раз дякую вам, пане голово. Дякую. Бувайте здорові. До зустрічі. Бережіть себе. Щасти.